Марпл. Сэр. Мисс Марпл. Рад вас приветствовать. Прошу в мой кабинет. Благодарю вас. Я к вам, инспектор, по совершенно пустяковому поводу. Скажите, инспектор, вы помните то дело об убийстве лорда Эттингтона? А как? Конечно. Тогда, благодаря вам, мне удалось распутать этот сложнейший случай. Убийцей был шофер. Да. Негодяй вовлек в преступление всю свою семью. Совершенно верно. Это было громкое дело. О-хо-хо. Шофера, его жену, двоих племянников, дядю. Брата. Брата, совершенно верно. Всех повесили. Всех. А моя фотография была на первых полосах. О, у вас прекрасная память, инспектор. Но сейчас не об этом. Вы знаете, инспектор, я только сегодня поняла, что шофер и все его родственники абсолютно ни при чем. Убийцей был садовник. Что? Инспектор. Как садовник? Что нам делать? Это ужасно. Ужасно. И их всех повесили. Это очень перспективное для вас дело. У садовника тоже есть жена, племянница, тетя и сестра. Большая семья, инспектор.